Gaur Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Devim Sarasatim Vyasam. Tato Jaya Mudhirayat. Nasta Prayeshu Vabhadreshu. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke. Bhaktir Bhavati Naishtaki. Where are we reading? 20:22? 22nd. Chapter 20. Okay. They put the thread in a different place. I was. Okay. So we're reading Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 20, text number 22, chapter entitled The Dynasty of Puru. Сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, 9 песнь, глава 20, которая называется Династия Пуру, текст 22. Рето да путро наяти. Reto da putra nayati Naradeva yayam chayat Naradeva yamashayat Tvam chashya data garbashya Tvam chasya data garbhasya Sadyam aha sakuntala Sadyam aha sakuntala Rito da putro nayati Naradeva yamashayat Tvam chasya data gatashya Sadyam aha shakuntala Reto da putro nayati Naradeva yamashayat Tvam chasya data garbhasya Sadyam aha shakuntala Ретагдха. Тот, кто дает семя. Путраха. Сын. Наяти. Спасает. Нарадева, о царь Махараджа Душманта, Ямакшаят, от наказания Ямараджи или из его царства. Твам, ты, ча, и, ася, этого ребенка. Дхата, создатель. Гарбасья, зародыша, сатьям, правду,
Ага. Сказала. Шакунтала. Шакунтала. Перевод стиха. О царь Душманта. О царь Душманта, тот, кто дает семя, и есть истинный отец. Сын спасает его от суда Ямараджи. Поистине, это ты дал жизнь мальчику. Шакунтала говорит правду. Комментарий Шилпрупады. Услышав небесный голос, Махараджа Душманта принял назад свою жену и ребенка. В ведических смрите говорится: «Пуннамно наракат ясмат питарам траяте сутаха, тасмат путраяти проктаха, своям эва своям бува». Поскольку сын способен вызволить своего отца из ада под названием Пут, и он именует Путрой. Из этого следует, что когда муж и жена расстаются, сын спасает только своего отца. Но если жена верна и послушна мужу, то она может обрести освобождение вместе с ним. Вот почему в ведических писаниях нет такого понятия, как развод. Женщина должна учиться целомудрию и преданности мужу, поскольку это позволит ей избавиться от самых ужасных условий материального существования. В этом стихе ясно сказано: «Путро наэти нарадева яма кшаят». Сын спасает своего отца от суда Ямараджи. Нигде не говорится «Путро наэти маатарам». Сын спасает свою мать. Освобождение удостаивается отец, давший семя, а не мать, выносившая ребенка. Следовательно, родители не должны разлучаться ни при каких обстоятельствах, поскольку их ребенок, став вайшнавом, может спасти от суда Ямараджи и избавить от наказания в аду и отца, и мать. Шри Чайтанья Манобистам Стапитам Йена Бутале Свайам Брупа Кадама Ям Дадати Свападантикам Бандехам Шри Куро Шри Ятапада Камалам Шри Курун Вайшнавамсча Шри Рупам Сакраджатам Сахагана Раганатан Витам Там Саджевам Садвайтам Савадутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падан Сахагана Лалита Шри Вишаканитам Сча Хе Кришна Карана Синдху Дина Банду Джагатпате Гопеша Гопика Канта Радха Канта Намостате Арджана Горанге Радхе Вриндаванишвари Вришабану Суте Деви Пранамами Хари Прие Нама Ом Вишну Падая Кришна Престая Бутале Шримате Бхакти Веданта Свамините Намине Намасте Сарасати Деве Гуравани Пречарине, Нирвисеша Шуньявади, Пасчатяте Шатарине, Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабу Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхар, Шри Васади Гор Бхактавинда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. So we're hearing about this interesting event which took place with Shakuntala. Shakuntala is the daughter of Minika. Итак, мы продолжаем слушать историю, которая случилась с Шакунталой. Шакунтала была дочерью Минаки. Вишвамитра was doing his austerities, and Minika came, and Вишвамитра lost his yoga practice. В свое время Вишвамитра
совершал аскезы, но в один момент пришла Менака, и Вишвамитра очень быстро прервал свою практику йоги. And the result of Vishwamitra's distraction from yoga was that he became involved with Menaka and they produced the child Shakuntala. И в результате того, что Вишвамитра отвлекся от практики йоги, он, как сказать, обратил свой взор к Менаке, и благодаря тому, что они соединились, появилась на свет дочь Шакунтала. So then Shakuntala grew up to be a beautiful young woman, and this Maharaj Dushmanta happened to meet with her. И через определенный срок Шакунтала выросла в прекрасную девушку, и в один момент Махараджа Душманта встретил ее. And he had some affair with her. He accepted her as his wife according to the Gandharva principles. Он вступил с ней в связь, перед этим приняв ее как свою жену в соответствии с обычаями гандхарвов. Means without much approval from anyone else. Это подразумевает, что, по сути дела, никто не дал свое дозволение и разрешение со стороны на эту свадьбу. And so the Maharaj Dushmanta conceived a child in the womb of Shakuntala. И Махараджа Душманта зачал ребенка в чреве Шакунталы. He actually only spent one night with her, and the next day he left her. По сути дела, он провел всего лишь одну ночь с ней, и на следующий день он ее оставил. But his semen was very powerful. He never discharged semen without producing a child. Его семя было очень могущественным. Он никогда не испускал семя, которое бы не зачало ребенка. So Shakuntala had the baby, and then she came to find the king, because the king had gone off and left her alone. И вот Шакунтала в свое время родила ребенка, и через какое-то время она пришла к царю, потому что царь ее сразу же оставил. A young woman conceives a child, the father is responsible to take care of them. Если молодая девушка зачинает ребенка, то отец ребенка ответственен за то, чтобы о них обоих позаботиться. But when Shakuntala came with the baby, the king said, "No, I don't know anything about it. I never did anything." Но когда Шакунтала предстала перед царем, царь ответил: "Вообще ничего такого не знаю, ничего такого не делал." I don't know this woman. I don't know. This couldn't be my child. Не знаю, кто эта женщина и почему она утверждает, что это мой ребенок. Of course, there was no DNA. There was no question of going to the medical center and checking one's DNA to see if it matched. В те времена не было возможности поставить тест на ДНК, чтобы отправить, сходить в определенный, как сказать, центр врачебный, чтобы там провели анализы. But it didn't require DNA because there was an omen, a voice from the sky spoke and told the king. Come on, king. Come on, Dushmanta. This is your child. You know who this lady is. Такого анализа ДНК и не потребовалось, потому что с небес раздался глаз, который провозгласил: "Послушай, Душманта, это твой сын." So the voice from the sky is explaining to Dushmanta that there's some benefit in having a child. И вот в сегодняшнем стихе вот этот глаз с неба объясняет Душманте, что на самом деле есть определенные блага того, что у человека есть ребенок. The son is called Putra. And Putra means one who saves the father from going to Put, which is one of the hellish planets. И сына называют Путра, то есть это тот, кто спасает своего отца от адского существования в аду Пут. Это одна из адских планет. So in this way the voice from the sky was telling Dushmanta that you should accept this child, you should be honest and admit this is your child. И вот этот глаз с неба провозгласил, что тебе стоит быть порядочным и принять этого ребенка как своего. And in the purport Srila Prabhupada elaborates about the importance of married life, and that there should not be separation between husband and wife.
И в комментарии Шрила Прабхупада подробно объясняет о важности семейных отношений в плане, что никаких разводов и, как сказать, расставаний не должно быть. The purport talks about how the father is the one to be delivered by the son, not the mother. И в частности в комментарии говорится, что сын спасает именно отца, а не мать. The mother gets delivered by following the father. А мать получает освобождение, спасается благодаря тому, что она с верой следует за своим мужем, за вот отцом этого ребенка. If the man is a good devotee, then he will be strongly, he will practice Krishna consciousness seriously, and he will go back to Godhead. Если мужчина очень хороший преданный и хорошо практикует преданное служение, то он будет достоин того, чтобы вернуться домой назад к Богу. And the woman just simply has to follow her husband, and if she's attached to her husband, then she'll go where the husband goes. И но женщине, его жене, ну необходимо просто следовать за своим мужем. Если она привязана искренне к своему мужу, она, естественно, обретет то же самое конечное результат. So the husband goes back to Godhead, the wife will also go back to Godhead. И если муж отправится домой назад к Богу, то жена, следуя за ним, также там окажется. But of course we know it's not always like that. Конечно, мы знаем, что это не всегда так. Sometimes we see the woman, the wife is much more devoted, and the husband's not much of a devotee. В наши дни происходит так, что женщина куда более является преданной, чем муж. So the wife is like the guru for the husband. И получается, что жена является неким гуру для своего мужа. The wife has to be attached, simply fully engaged, absorbed in Krishna consciousness, and she can go back to Godhead, and the husband can be attached to the wife, he can follow the wife. И если такое положение вещей в семье, то жена, привязанная к преданному служению Верховному Господу, отправляется в духовный мир, а ее муж, сильно привязанный к ней, отправляется за ней в духовный мир. And we see also in the spiritual sense, you know, not only just simply having a seminal son, but you can also be a disciple of the spiritual master, and that's diksha relationship. But again, like father and son, the guru is like the father, and disciple is like the son. Но те же самые отношения, которые устанавливаются на родстве, на том, кто зачинает ребенка, по сути дела такой же принцип распространяется и на отношения между гуру, который подобен отцу, и учеником, который подобен его сыну, и это отношения основаны на дикше. And this is discussed in the third canto of in relation to Dhruva Maharaj's pastimes. It describes about how Dhruva Maharaj, when he was to go back to Godhead, he was worried about his mother. И в третьей песне Шримад Бхагаватам, где описывается история о Друи Махарадже, говорится, что в самом конце Друи Махарадж уже был готов отправиться домой назад к Богу, он естественным образом, переживая, вспомнил о своей матери. Now saying here, Prabhupada said, he quotes this statement, he said, the father is delivered by the son, not the mother. But in Srimad Bhagavatam we see the mother gets delivered by Dhruva Maharaj. Вот здесь Шрила Прабхупада утверждает, что именно отец обретает спасение по милости своего сына, а не мать. Но в случае с историей Дхрувы Махараджи мы видим, что и мать также по милости сына обрела спасение. So Dhruva Maharaj was to go back to Godhead, and he said, "Well, my mother should also go." But the men from Vaikuntha who came with the aeroplane, they said, "Yeah, your mother is also going. There's another aeroplane. Your mother is going back." Когда Дхрува Махарадж выразил свои переживания, что я вот один отправляюсь на Вайкунту, но вообще-то и моя мать тоже должна отправиться со мной, и Вишнудуты успокоили его, сказали, что не переживай, еще один летательный аппарат предоставлен для нее, чтобы она также отправилась. Because the mother had given instruction to the child. She had instructed Dhruva Maharaj that if you go to the forest, you can find God there.
Потому что именно мать дала наставление своему сыну, сказав, что ты можешь встретить Господа, если отправишься в лес. Dhruva Maharaj was so insulted that he didn't get to sit on his father's lap, and he came to his mother, and the mother said, "I can't help you. You have to find God. Go to God. He'll help you." И в свое время Dhruva Maharaj очень сильно оскорбился, что ему не позволили сидеть на коленях у своего отца. Обиженный, он отправился к своей матери с этой жалобой, и та сказала: «Извини, я ничего не могу поделать. Единственное, кто тебе поможет, это Верховный Господь». So Dhruva Maharaj said, "Then where is he? Where is God?" And the mother said, "Well, many people they go to the forest. The great sages they'll go to the forest to find God." Dhruva спросил: "И где же найти Бога?" И его мать ответила: "Очень многие великие мудрецы отправляются в лес в поисках Бога." So Dhruva Maharaj went off into the forest, and he was able to meet the Lord. И Dhruva Maharaj, следуя этому наставлению, отправился в лес, и в конце концов он обрел возможность увидеть Господа. Of course, he also got some help from Narada Muni. Конечно же, мы помним, что ему в определенный момент помог Нарада Муни. But initially it was his mother who had given him that instruction. Но в самом начале именно мать дала ему такое наставление. And therefore, when Dhruva Maharaj goes back to Godhead, the mother also goes. Поэтому в тот момент, когда Dhruva Maharaj возвращался домой назад к Богу, мать следовала за ним. So Srila Prabhupada writes in that section, he said, "In the same way, I hope that my disciples will also take me back to Godhead." И вот в этом разделе, который описан вот эту историю, Шрила Прабхупада смиренно говорит: "И подобным же образом я сам надеюсь, что мои собственные ученики приведут меня домой назад к Богу." He said, "I have been cursed by so many people. I took the children away from their parents. So many parents are very angry at me. They cursed me to go to hell. But my disciple can deliver me." И он объяснял, почему, что очень многие люди проклинали меня за то, что я увел у них детей, и они стали преданными. Поэтому я надеюсь, что мои ученики смогут освободить меня от такого проклятого состояния, вернут меня домой назад к Богу. So that is a real disciple. That is the real putra, one who saves the father from hell. И это настоящий ученик или настоящий сын, который способен и спасает своего отца или учителя из адских условий. We know in relation to Yayati that when Yayati was cursed to become old, he tried to give that curse to his sons, but they were not willing. Мы помним, недавно мы читали историю о Махараджа Яти, когда его прокляли. Он собирался передать это проклятие своим сыновьям, но те не согласились это принять. So Srila Prabhupada explains that if the son cannot fulfill the desire of the father, then the father thinks it would have been better instead of having a son, I should have just simply just passed some urine. И Шрила Прабхупада комментирует, что если такие сыновья рождаются у отца, то отцу следовало бы в свое время задуматься, что вместо того, чтобы испускать семя, чтобы зачать таких сыновей, лучше было бы просто испустить мочу. So urine is mutra, and the son is putra. So if the putra, the son is no good, if the son is useless, then father think might have just well mutra. Если вот это сына называют путра, вот если такой сын неквалифицированный и никчемный, то с точки зрения отца это все равно, что он испустил мочу, мутру. Both the son and the urine they come from the same place. И сын в форме семени и моча появляются из того же самого места. So generally we say one should not become a spiritual master unless one can deliver the disciples from hell. Обычно мы слышим такое утверждение, что человеку не стоит становиться духовным учителем, если он не способен вызволить своих учеников из адского существования. But we also see one shouldn't become a son. Don't become a disciple unless you can deliver the father. Но также, как вот следует из выше объясненных
утверждение, что также нет необходимости, не следует становиться сыном или учеником, если человек не может вызволить своего отца или учителя из адских существований. We take the shelter of a spiritual master. There's some responsibility there. The responsibility is not only on the guru. There's a lot of responsibility also on the disciple. Когда ученик принимает гуру, он вместе с этим принимает большой груз ответственности. Это не то, что ответственность лежит исключительно на гуру, а ученик такой ответственности не обладает. У ученика тоже свой набор ответственности. Sometimes the gurus, the spiritual master, may also get some difficulty. Иногда у гуру, у духовного учителя, может в какой-то момент возникнуть какие-то трудности в жизни. We don't know why. It may be due to taking too many disciples. It may be due to accepting the karma from other conditioned souls. Мы не знаем почему. Либо иногда может потому, что он гуру принимает слишком много учеников, и потому что он принимает карму вот от всех этих обусловленных живых существ. Or it may be due to his own spiritual imperfection. А иногда это благодаря тому, что он еще духовно не достиг совершенства. Whatever the reason is, if we have taken a relationship with the spiritual master as disciple, then there's some obligation there also. Что бы там ни происходило, когда лично мы принимаем духовного учителя, и вместе с этим мы принимаем определенную обязанность по отношению к нему. Of course, we know in ISKCON sometimes there's been cases where spiritual master has some difficulties. Мы уже слышали, что, к сожалению, были времена, когда в ISKCON у духовных учителей возникали определенные трудности. Just like in married life, sometimes there's difficulties between the husband and wife. Как, например, в семейных отношениях, иногда между мужем и женой возникают трудности. Nobody can think, you know, can be in married life and you won't have any problems. So there will be times when things are difficult. Никому не следует ожидать, что когда я женюсь или выйду замуж, у меня точно никаких трудностей не будет. Нет, такие времена наступят, когда трудности будут происходить. But still, it's encouraged that one will continue, one will stay together in the family life. Но тем не менее есть наставление, что необходимо оставаться вместе и продолжать семейные отношения. To simply give up one relationship, then enter into some other relationship with a new spouse, that is not very proper. Дай-ка брошу это отношение и найду себе кого-то другого, и с ним или с ней начну, попробую заново. Нет, это вообще нехорошо. We know in the beginning of our Krishna consciousness movement, Srila Prabhupada would sometimes arrange the marriages for some of the disciples. В самом начале нашего движения сознания Кришны сам Шрила Прабхупада лично иногда устраивал свадьбы между своими учениками. But when the marriages would break up and they would find a new partner, then Prabhupada was very disgusted. Then he didn't want to be involved in it anymore. Но, к сожалению, некоторые браки разрушались очень быстро, и муж и жена начинали смотреть в сторону какого-то нового супруга или супруги. И, услышав об этом, Шрила Прабхупада чувствовал сильное отвращение к тому, что происходит, и он сильно не хотел больше со всем этим связываться. Prabhupada said, it's up to you. You do this. This is your own affair. Шрила Прабхупада в итоге говорил, что сами уже решайте, это ваши дела, вы с этим и разбираетесь. So the point is, we have these relationships. It may be marriage, it may be spiritual master disciple. These relationships are not cheap things. They're very deep and meaningful, and we should be chaste to them. То есть к чему все это говорю, что вот какие бы вид отношений не складывался, будь то это семейные отношения, либо отношения между духовным учителем и учеником,
Это очень глубокие отношения, и мы не должны слишком легковесно, дешево это воспринимать. И должны быть очень верны этим отношениям. А когда оба, и тот, и другой, верен этим отношениям, то результатом таких отношений будет большой успех. Everyone would like to get out of this material world. We would like to make a success of this human life. Все так или иначе хотят выбраться. Мы все хотим выбраться из этого материального мира. Хотим, чтобы наша человеческая жизнь закончилась успехом. And so it's up to us to accept the different responsibilities which come on us. Поэтому именно от нас зависит, от того, насколько серьезно мы примем вот эти отношения, в которые мы вступаем. Krishna consciousness, as people would often say, that in order to be Krishna conscious, first we have to be conscious. We have to be conscious of our different duties and responsibilities. Есть такое утверждение, что прежде чем даже мы становимся в сознании Кришны, нам в первую очередь вообще научиться нужно быть просто быть в сознании. В сознании подразумевает осознанно относиться ко всем обязанностям и предписаниям. We know in the Bhagavad Gita, Arjuna was thinking he was becoming irresponsible. He was thinking to give up his duties, his responsibilities as a kshatriya. Мы помним, как на страницах Бхагавад-гиты описывалось, как Арджуна в один момент захотел стать безответственным, хотел оставить свою ответственность кшатрия. And therefore, Krishna did not approve of this kind of behavior. И вот такое поведение Кришна вовсе не одобрил. Giving up one's duty to do some other person's duty, this is not responsible. Оставлять свою собственную обязанность ради того, чтобы взяться за обязанность кого-то другого, какую-то другую обязанность, это не очень хорошо. So this voice from the sky is speaking to this Maharaj Dushmanta, who's trying to give up his responsibility to Shakuntala. И вот в сегодняшнем стихе мы слышим, как вот этот глаз с неба обращается к Махараджи Душманте, который пытался подобным же образом оставить свою ответственность, обязанность по отношению к Шакунтале. And actually, Shakuntala's child was no ordinary child. He's actually an expansion of the personality of Godhead. И ребенок Шакунтала был не каким-то заурядным обычным ребенком, он был частичным воплощением Верховной Личности Господа. So that's the real putra, that's the real son. You want to have a son like that. If you can get a son who's an incarnation of God, then what better son? You couldn't do better than that. Вот поэтому вот такой сын – это самый лучший сын. Как, о каком еще лучшем сыне мы можем мечтать, чем вот такой сын, который является воплощением Верховного Господа? So that's responsible family life. When you have quality children, we want to have these kind of children who can deliver all of us. И вот в этом заключается серьезная, качественная семейная жизнь. Мы хотим, чтобы у нас появлялись такие квалифицированные дети, которые в свое время смогут помочь спастись и нам. When the first ladies in the Krishna consciousness movement conceived children, then Prabhupada was very concerned that they would be properly, the ladies would get Mahaprasadam and they would be properly cared for. And he said, these children which they're going to deliver are very important for our Krishna consciousness movement. Когда первые вайшнави стали зачинать детей, еще во времена Шрилы Прабхупады, то Шрила Прабхупада проявлял особое беспокойство по отношению к ним, следил за тем, чтобы они постоянно вкушали Махапрасад, чтобы всегда находились под защитой, давая понять, что вот эти дети, которые будут появляться у преданных, они очень важны для нашего движения. The future of our movement is in the children of our devotees, that they have to become also good devotees. Будущее нашего движения – это дети наших нынешних преданных, поэтому они должны также стать преданными. Then they can deliver not only their own father, they can deliver the whole world. И тогда
если они таковыми станут, они смогут освободить не просто лишь одного своего отца, они смогут освободить весь мир. We want to take advantage of Krishna consciousness for not just for our own self, but for the whole world, to benefit the world. И таким образом мы, принимая сознание Кришны, мы делаем это не чисто лишь для своего собственного блага. На нас накладывается обязанность помочь и всему миру также. If we can get some quality devotees, Prabhupada said it would take a few generations to get good devotee children. Хорошо было бы, если бы у нас в итоге в движении были очень возвышенные, серьезные, преданные. И Шилпада отметил, что для того, чтобы дети были такого уровня, это займет несколько поколений. So by Prabhupada saying this, he is expressing his desire that the quality of the devotees will improve as the movement goes on. И говоря эти слова, Шрила Прабхупада имел в виду, что качество преданных и детей должно улучшаться по мере того, как движение развивается дальше. That we will be more concerned to have Krishna-conscious couples in household life and quality children who can be nice devotees. И мы, соответственно, будем проявлять больше внимания, беспокойств о том, чтобы семьи были в большем и лучшем сознании Кришны, чтобы дети, которые у них появляются на свет, были по-настоящему серьезными преданными. And similarly, qualified spiritual masters and qualified disciples. И в том же духе, чтобы появляющиеся духовные учителя и их ученики становились все более и более квалифицированными. Someone was saying they wanted a spiritual master like Krishna. А кто-то говорил, хорошо было бы, чтобы духовный учитель был подобен Кришне. And another person said, yeah, and the spiritual master wants a disciple like Arjuna. И кто-то ему ответил, да, но такой духовный учитель хочет, чтобы его ученик был подобен Арджуне. So the idea is both the spiritual master and the disciple have to be properly qualified. И идея в том, что и духовный учитель, и ученик должны быть очень квалифицированы. Just like in hearing Srimad Bhagavatam, in the very first chapter of Srimad Bhagavatam, it's explained there the qualification of the speaker and then the qualification of the audience. Подобно тому, как в самой же первой главе Шримад-Бхагаватам описывается квалификация излагающего Шримад-Бхагаватам, а также квалификация слушателей. As the speaker has to be qualified, audience also has to be qualified. Подобно тому, как излагающий Бхагаватам должен быть очень квалифицирован, точно так же внимающие его объяснению также должны быть очень квалифицированы. Speaker's qualification is that he studied these scriptures, that he studied all the different paths of the scriptures, and he's realized everything, and he's learned it all through the bona fide channel from a spiritual teacher. И квалификация говорящего состоит в том, что он является знатоком священных писаний, которые он изучил очень глубоко, и знания, из которых он осознал, и делал это он под руководством своего собственного духовного учителя и парампары. And the qualification of the audience is that they're eager to hear, and they're ready to concentrate fully and to dedicate themselves to the simply hearing. А квалификация слушателей состоит в том, что они должны обладать вот этим сильным желанием слушать и посвятить все свое внимание вот этому слушанию. Not only will they hear, but they will also inquire and try to elicit more understanding. И не просто они должны вот так внимательно слушать, но тоже они должны задавать хорошие, уместные вопросы, которые бы им помогали глубже понять услышанное. So just like in married life, there's duty of the wife, duty of the husband. They have to work together, cooperate, help each other. А потом, кому как в семейных отношениях есть соответствующий набор
обязанности и ответственности мужа, и также есть свои обязанности и ответственности жены. Им следует в духе сотрудничества двигаться вперед. In the same way, the spiritual master and the disciple, they work together to help each other. И подобным же образом и духовный учитель, и ученик, они обоюдными усилиями действуют и помогают друг другу. The spiritual master is thinking, what can I do to help this person to advance? А духовный учитель думает по отношению к своему ученику, что я могу сделать, чтобы помочь ему прогрессировать. And the disciple is thinking, how can I help my spiritual master in his mission? А ученик думает, как я могу помочь своему духовному учителю в его миссии. Шрила Прабхупада had his mission to distribute Krishna consciousness. Шрила Прабхупада была миссия распространить сознание Кришны. As he writes in the introduction of the Bhagavad Gita, if even one person will take up Krishna consciousness and consider this seriously, then this publication is a success. Как он пишет во вступлении к Бхагавад-гите, если хотя бы один человек серьезно примет послание Бхагавад-гиты и станет преданным, то он, автор, будет считать свои усилия успешными. So we saw yesterday here in Mayapur, so many people came here. We can just walking around the place today, you can see the garbage everywhere. You can understand. My goodness, there must have been a lot of people here in Mayapur. Ну, как, например, вчера во время празднования Гуру Пурнимы было огромное количество людей, и мы это можем оценить по таким признакам, что сегодня, прогуливаясь по разным местам, мы можем видеть, как сколько еще огромное количество мусора, что указывает на то, сколько же было людей вчера. Maybe the whole of Navadvip, or maybe more than Navadvip, the whole many people came from faraway places just to be here. Можно себе представить, что чуть ли не вся Навадвипа, а то и многие люди с многих других мест приехали сюда, чтобы здесь быть. But how many of them are really interested to know about Krishna consciousness? Но среди всего этого большого числа людей, сколько из них по-настоящему проявляют интерес к сознанию Кришны? We have to find these genuine seekers. И нам требуется найти таких искренних, истинных, ищущих людей. Just like a few months ago, there was the Ardha Kumbh Mela, and the, you know, every 6 years there's a Ardha Kumbh Mela, and another 6 years it will be the full Kumbh Mela. Как, например, несколько месяцев назад проводилась Ардха Кумбх Мела, которая происходит раз в 6 лет, и через следующие 6 лет будет полноценная Кумбх Мела. So there were about 10 million people or more came there to Kumbh Mela. И вот на эту Кумбх Мелу собралось около 10 миллионов людей. Does it mean that they're all interested in Krishna consciousness? Но необходимо отдавать себе отчет в том, что это совсем не означает, что каждый из них, все они интересуются сознанием Кришны. No, usually they come just simply to get liberation. They're looking for that impersonal liberation. Нет, подавляющее большинство из них приходят туда в поисках вот этого освобождения, и именно имперсонального освобождения. But there's always a few rare souls who are really looking for something better, something more. Среди такого числа людей всегда есть редкие искренние души, которые ищут что-то большее, чем это. We have to be very patient in trying to find these rare souls. И нам необходимо проявлять большое терпение, чтобы найти такие редкие, но искренние души. Just like we go for preaching and we do book distribution. We distribute a lot of books and we meet a lot of people, and only there's a few of them who are actually genuine or serious. Но как, например, мы выходим на распространение книг, мы проводим разные виды проповеди, встречаемся по мере этого с огромным количеством людей, но мы отдаем себе понимаем, что среди всего этого количества людей только лишь редкие, кто по-настоящему ищет вот этой истины. We have to try to find out these souls who are really genuine seekers, who really want to go further on the path. И нам необходимо найти, обнаружить вот этих настоящих, искренних, ищущих людей, которые хотят идти вот таким настоящим путем.
But at the same time, we try to give Krishna some benefit to everyone. Но в то же самое время мы готовы давать благо сознание Кришны всем и каждому. If hundreds of thousands of people came here to Mayapura, it's a benefit for them. They get some benefit. They come. Вот, например, вчера, если вчера сотни тысяч людей посетили Майяпур, это какое-то благо они получили. They're hearing the holy name some places. А в каких-то местах, находясь здесь, они слышали святое имя. We hope they went to the temple. They may have seen the deities. А мы надеемся, что они посетили храм и увидели там божества. Not easy. I couldn't get in the temple yesterday. So many people. Это само по себе это нужно приложить большие усилия, не так-то легко. Я, например, так и не смог оказаться в храме. What to do? Что же делать? Okay, any question? Так, есть ли какие-то вопросы? Oh, okay, Prabhupada. Yeah. Родители преданные, дети тоже пошли по пути преданного. Как не возгордиться родителей и детей? Как быть смиренней? Потому что когда дети смотрят и говорят, а мои родители уже преданные, а на другие дети не преданные, вот это, а и у родителей тоже получается какая-то гордыня. So how to remain humble and not to feel any pride when the parents, the devotees, and their children also chose to become devotees? How to avoid pride that, look, my parents are devotees and I'm also a devotee. So how to remain humble? Well, being devotee, it's not just only external. We have to consider what kind of devotee are they? What level of devotee are they? Необходимо понимать, что сам вот то, что кто-то преданный, это не является просто по внешним признакам. Это всегда отличается от случая к случаю, и это они могут быть на разных уровнях. Нам нужно смотреть, какого уровня у него преданность. So if we're becoming proud just because of these things, then it means we're not very much of a devotee, not very good devotee. И если уж в нас возникает такая гордость, чисто из-за того, что мы числимся преданными, это указывает лишь на то, что мы уж не такие уж и серьезные и хорошие преданные. Because one of the important qualifications of a devotee is to be humble. Потому что одна из самых важных характеристик квалификации преданного — это то, что он смиренен. Хари Кришна, спасибо большое за лекцию. Вы сказали интересный момент о том, что если женщина на духовном уровне выше, чем мужчина, то мужчина тоже отправляется в духовный мир, ну, благодаря привязанности к ней. И, ну, у меня нет сомнений в этих словах, потому что мы можем это узнать от гуру, шастры, сатры, с трех источников. Вот. Но если есть возможность сослаться на ссылку, откуда это? So you mentioned that as following after her husband, a wife, gets to the spiritual world, in the same way, when Mataji, wife, is more advanced and husband is attached to her, he can follow after her. So, not challenging the validity of the statement, still, could you please give a quotation or reference to where it is stated that a wife can take her husband to the spiritual world? Well, I said if the wife is like the spiritual guide, you know, she's setting the standard for the husband. She's the devotee. She's active in devotional service. Then she's more like a spiritual guide than for the husband. The husband can accept the wife as some spiritual authority. And Prabhu is asking, can you give a reference where it is stated that a lady is qualified to take her husband to the spiritual world? Well, it said the guru can take the disciple, right? By the mercy of the spiritual master, you get the mercy of Krishna.
So if the wife becomes like the spiritual master. То есть это в том случае, если жена становится подобной духовному учителю, и тогда же это, по сути дела, отношение духовного учителя и ученика. И тогда духовный учитель может вернуть своего ученика, свою, ученика в духовный мир. If the wife is genuinely advanced and she's really working in Krishna consciousness, then she's setting a very good example for her husband. А если жена очень сильно продвинута и хорошо занята в преданном служении целиком и полностью, то она тем самым устанавливает хороший пример для своего мужа. At the same time, she has to be humble and not think, you know, not just try to insult the husband that, oh, you're so fallen, you're so lazy. В то же самое время ей обязательно необходимо оставаться очень смиренной и ни в коем случае не оскорблять своего мужа, какой же ты падший вообще, за мной идешь. So she has to set the right mood to inspire the husband. Ей нужно установить правильное настроение, которое бы вдохновляло мужа. And when she does it, when she works in Krishna consciousness nicely, then it can help greatly for the husband. И когда она сама хорошо следует всему в преданном служении, то вот это ее отношение и поведение очень сильно может помочь и мужу. If he's attached to his wife, he'll want to be with his wife more. Если он привязан к своей жене, естественно, из-за привязанности он будет желать оставаться, быть вместе со своей женой. So he'll want to come. You know, wife is going to the kitchen to cook. He will also go and help her cook in the kitchen. Ну вот, например, если жена отправляется на кухню, чтобы готовить для Господа, то он тоже придет к ней, с ней на кухню, чтобы помогать ей. Wife is going to temple. Husband wants. I'll come with you. Жена отправляется в храм, и привязанный к ней муж говорит: «Ладно, я пойду с тобой». So in this way. Вот таким вот образом. You mentioned, you touched upon the topic of being conscious. Doing one's duty. So what does it mean to be conscious before becoming Krishna conscious? What does it mean being conscious? Well, we have to know what is our duty. Во-первых, мы должны знать, в чем именно наши предписанные обязанности и ответственность. We have to be aware of certain responsibilities. Мы должны знать, что есть определенные ответственности, которые нам принадлежат. We should know clearly what am I expected to do. What is my responsibility? Мы четко должны знать и понимать, что от меня ожидается и что я должен делать. Just like this Dushmanta, the girl Shakuntala is coming with the child and he's saying, oh, I don't know you. Как вот этот Махараджа Душманта, пришла его жена Шакунтала с ребенком, а он говорит: не знаю тебя, ты кто такая? He's a rascal. В тот момент он вел себя как негодяй. And there are many rascals in the Kali Yuga. Вот в Кали-Югу очень такого рода негодяев очень много. But you know, the voice from the sky, there was an omen. The voice from the sky is telling the king, you know, come on, you know, this. He's telling him the benefit that this child can save you from hell. И вот этот глаз с неба провозглашает, что вот это твой ребенок, и объясняет, что этот ребенок может спасти тебя от адского существования. So we should be conscious about where we're going in life. Are we going to hell? Вот, мы поэтому должны быть осознанно понимать, куда мы движемся в своей жизни. Может быть, мы вообще движемся в ад. We should be thinking about what is my situation. Мы всегда должны осознавать и отдавать себе отчет в том, где я нахожусь и что со мной происходит. How am I doing? Am I working proper? Am I doing things properly or not? Что я делаю и как? Правильно ли я поступаю или вовсе нет? So this is consciousness. И вот это и есть, как сказать, осознанность, сознание. Что было? Громко. Но все равно громко. Есть такая ситуация, что преданные грехасхи в современных больших городах, в западных, они, выполняя свои обязанности, очень много работают, и, соответственно, сознание Кришны меньше времени остается на сознании Кришны. Есть, наоборот, другая сторона медали, когда
когда преданные говорят, ну все, Кришна пошлет, я не буду ничего делать. И сидят, ничего не делают. И семьи, конечно, тоже страдают. Что Махарадж может в этом плане сказать, посоветовать грехастам? Nowadays there are cases of grihasthas who, while living in the big cities, have to work hard, and as a result of that hard work and a lot of time spent for the hard work, they have lesser time for their Krishna consciousness, and thus their spiritual life suffers. At the same time, there are others who think, well, Krishna will send to us everything, we simply let us become Krishna conscious only, and we can see that their families actually suffer. So how can you, what can you say in this regard? That's the question Prabhu was asking. One has to balance the material and the spiritual. Необходимо найти правильный баланс между духовным и материальным. One cannot be neglectful of material responsibilities. Человек не имеет права просто пренебрегать своими материальными обязанностями. At the same time, we don't want to just simply only be concerned with the material. We have to have some kind of spiritual activity. Но в то же самое время не нужно оказаться в таком положении, когда мы только лишь материальные обязанности выполняем и никакие больше. Нужно обязательно, чтобы были и духовная деятельность обязательно присутствовала. We do find a lot of devotees in that situation you're talking about. They're working all week in the office. They go early in the morning, come home late at night, and practically the only time they have for spiritual practice is on the weekend. И вот на самом деле существует очень много преданных, про которые вы говорите, которые целую неделю работают, и единственное более-менее свободное время у них остается это только на выходные. So, it's not ideal situation. Это не идеальное положение. There has to be some balance. If there's absolutely no time, then it's not very good. Должен быть какой-то баланс, чтобы и то, и другое присутствовало. Если совершенно нет времени для духовного, то это вовсе не хорошо. We may not have time to go to temple, but at least in our own home there should be some spiritual practice. Возможно, у нас мы не будем находить времени, чтобы каждый день приходить в храм, но, по крайней мере, в собственном доме мы можем что-то сделать, чтобы там можно было духовно практиковать. There should be an altar, and you have some time to come before the altar and offer obeisances and recite some prayers. Дома можно установить алтарь, нужно обязательно находить возможность оказываться перед алтарем и кланяться и возносить какие-то молитвы. There should be food which is actually offered to Krishna. Дома должна быть еда, которая предлагалась Кришне. To eat out every day is not good. To eat what? To eat outside your home. Есть что-то там, перекусывать где-то там в странных местах вне дома, и, соответственно, это не просад, это вовсе не хорошо. You may say, well, it's a vegetarian restaurant, but that's not really the best standard. Конечно, мы можем, так сказать, найти какие-то вегетарианские кафе и рестораны, но это все равно не самое лучшее. So cooking for Krishna, offering to Krishna. Готовить для Кришны, предлагать Кришне. These kind of things should be done regularly. Вот подобное должно быть регулярно происходить дома. We cannot just simply go only on the spiritual also, because unless you're very wealthy, if you have a lot of assets, you may be able to retire materially. Если человек не находится в очень таком богатом положении, когда у него очень много имущества и денег, что он может уже ничем не заниматься и просто посвятить себя духовной жизни, если он не в таком положении, то тогда, как сказать, приходится уделять время и материальному. You have to be prepared for that gradually. To take up full spiritual practice, you have to be a very serious devotee. И для того, чтобы подготовить себя, на самом деле, к такому уровню, когда полностью мы принимаем духовный процесс, необходимо постепенно подготовить себя к этому, оставаясь очень серьезным преданным.
Sometimes people come and live here in Mayapur, they just live here because it's cheap. Например, иногда есть такие люди, которые приезжают сюда жить в Майяпуре, но на самом деле их истинное, чем они руководствуются, это потому, что здесь жить значительно дешевле. They don't chant. А живя здесь, prophets, books. А живя здесь, они не воспевают, они не читают книги Шрилы Прабхупады. But climate is nice and everything is cheap. I have some friends here, why not? Но климат общий значительно лучше и относительно дешевле здесь. И тут какие-то там знакомые, друзья. Почему бы здесь не пожить? Просто вот в таком настроении, находясь здесь, конечно, какое-то благочестие, пунью они обретают. But they're not getting the real spiritual benefit. Но в таком положении они настоящее духовное благо не получают. So it has to be both. Of course, you have to take care of material needs, and you have to take care of spiritual. So some kind of balance has to be there. It's not easy. Prabhupada said, "I said I don't know what to do." Поэтому, имея определенные материальные обязательства и потребности, необходимо уделять внимание им, но при этом ни в коем случае не забывать о духовных обязанностях. Вот, то есть должно быть происходить и то, и другое. Необходимо поэтому строить баланс. Шрила Прабхупаде, когда подобные вопросы задавали, он говорил, я не знаю, как именно вы там должны это сделать. So many householders, and they have families, they have to support them. How to do it? Prabhupada said, I don't know. И вот есть очень много домохозяев, которым нужно поддерживать свои семьи, оставаясь в сознании Кришны, и когда они обращались с подобным вопросом к Шрилападе, он говорил, я не знаю. So this is a problem. Да, это существует проблема. Yes, Maharaji has a question. Найти искренние души. Что они искренние? So at the end of the class, you mentioned that we should look for those rare, sincere souls. Mm. And how to find those? How to find them? Just by preaching. Просто в процессе проповеди вы это сможете сделать. And being open to meet people. Будучи открытым к тому, чтобы встречаться с людьми. It's not, devotees are trying to distribute books. We're trying to give lectures to people. We have classes and programs. То есть преданные выходят, распространяют книги, проводят поведенческие программы, классы по этим книгам. We have to be looking out to see who is really interested. То есть нужно, на самом деле, выходя, искать таких людей и искать их, кто на самом деле серьезно заинтересован. Just like Prabhupada was in Vrindavan, and then one day they found in the donation box in his room, they found a big amount of money. Как, например, однажды Шрилапада, когда он находился в Вриндаване, в один день преданные обнаружили в ящике для пожертвований большую сумму денег. So they were wondering who put all that money and who was it. И преданные стали недоумевать, кто это был, кто пожертвовал такую большую сумму. And then they found out there was this one Italian man had come. One Italian man had come, and he had been sitting there in the room, and he had put the money in. Вот. И потом через какое-то время преданные узнали, что вот это был один итальянец, который какое-то время находился там, и по сути дела он и пожертвовал эту сумму. So Prabhupada, they brought him to meet Prabhupada, and Prabhupada gave him a lot of instruction. И преданные привели этого человека к Прабхупаде, и Шрилапада дал ему много разных наставлений. And the man took his instructions very seriously, became a nice devotee. И вот этот человек очень серьезно принял эти наставления и стал очень хорошим преданным. So like that, somebody gives up some, you know, a big donation without even being approached, unsolicited. They just contribute, you know. Even unknowingly, without telling people, you can understand the person's very serious. И вот подобным же образом, если какой-то человек добровольно, если его не просить,
сделать пожертвование. Он сам дает пожертвование. Это означает, что он оценивает по достоинству. Это означает, что он очень искренен. Sometimes we see somebody has a very good service mood. They want to help. They want to do something. А есть, например, люди, в которых видно, что у него очень искреннее желание помогать, искреннее желание служить. You know, if somebody comes and say, "What can I do to help? Give me some service. How can I help?" You can understand it's very serious. И такой человек появляется в храме, и он сразу спрашивает: "Можно вам чем-то помочь? Дайте мне какое-то служение." Мы можем так понять, что это очень искренний и очень серьезный человек. Mm-hmm. Вот таким образом. Громко. Хари Кришна Махарадж, большое спасибо за лекцию. Один из моментов, который подчеркивался сегодня, касался качества джив, которых мы привлекаем к воплощению грихастхи. И в частности интересный момент, некоторые преданные делятся очень интересной и странной для меня историей, опытом, что проводя гарбхадана самскару, у них ничего не получалось, то есть зачать ребенка не получалось, 2-3 раза не получалось, делились таким опытом. А как только они попробовали без гарбхадана самскары, то сразу зачали ребенка. Правильно ли я понимаю, что мы можем относиться к этому как к какому-то испытанию на решимость, которое посылает Кришна, или как правильно к этому относиться, и что можно, ну как бы... So some devotees share their experience of how they were trying to beget a child strictly following the process of Garbhadana Samskara. They were trying... They were trying to beget a child 2 or 3 times, and with the Garbhadana Samskara nothing happened. But then, when they tried to beget without Garbhadana Samskara, child immediately came up. So Prabhu is asking, can we consider such situations, if we're in such situation, as something that Krishna tests us, tests our determination to do everything properly, or how to, what's your... Well, certainly you could see it like that. You can. We should understand how Maya is always there at every moment. We have to be very attentive. Да, конечно, вы правы. Мы таким образом и должны это оценивать, и в частности понимать, что Maya всегда присутствует, и она готова напасть в любой момент. You go when we go off the line, when we go off track from the standards, then you get burned, you get some result. И если, когда мы отходим в сторону, то соответствующий результат мы и получаем. So yes, we can see it as the test of Krishna. Да, вот такие ситуации мы можем видеть как испытание, которое посылает Кришна. We want to please Krishna. It takes, you know, it's not so easy thing. То есть удовлетворить Кришну, если мы хотим его удовлетворить, это может оказаться не таким-то уж и простым делом. Громко. Громко. Махарадж говорил об искренности. И вот эта искренность, она связана с тем, что человек имеет бхакти агьята сукрити. Можно ли так сказать, что чем больше бхакти агьята сукрити у человека, чем он более способен быть искренним? So we touched upon a devotee being sincere and serious, so mainly sincere. So can we see that sincerity is a manifestation of one's accumulated bhakti agyata sukriti. Is bhakti agyata sukriti results in one's being sincere? Yes. Да. Could it can be like that? Мы можем так это оценить. Done a lot of, so you have a lot of sukriti, so one has more faith, more sincerity. А если у человека много вот такого сукрити, то это проявляется в том, что у него сильная вера, сильная искренность. Very important. We get faith by having the right association, by associating with faithful people, sincere people, then we can also develop similar quality. Но мы также должны понимать, что мы развиваем вот эту искренность и веру, когда общаемся с такими искренними
и обладающие глубокой верой преданными. Тогда, общаясь с ними, мы развиваем такие же качества. We get the sukriti by association. Мы развиваем сукрити благодаря общению. There has to be some contact with the devotee. Должен быть какой-то контакт с преданными. So the association is very important. А само по себе такое общение очень важно. Okay, thank you very much, Hare Krishna. Грантарат Шримад Бхагаватам Ки Джай. Бхакти Вигна Винашна Нарисима Махараджа Ки Джай.